Застрявших в Грузии казахстанских туристов в ближайшее время вернут домой. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр по инвестициям и развитию Жэнис Касымбек. Он отметил, это очень неприятная ситуация и заверил, что она будет исправлена. Сегодня утром в 8:15 из аэропорта Алматы в грузинский Батуми вылетел борт компании Back Air, который доставит туристов домой. 140 человек не могли вернуться обратно на протяжении почти недели.